Долоран поставил прыгать справа. Спасибо. Бля, не забываю все это полироли сделать. Так, бидон тут, рартик остался. Тикать. Ага. Трарник. Блять, где рарник? И он испарился. Там Биг Дэм писал, когда начнете, перекиньте его в канал. Перекину. В канале. 52 минуты до перезагрузки сервера. Ну как раз. Все тут ставлю рыбу. Так, интересно, ГБ починили, нет? Я не знаю, что вчера было. Ну-ка, сейчас я проверю. Так, вот, сейчас берется. Банка. Не бралась вчера, нахуй. Так, где там? А истории нету, что ли? Нет, он, к сожалению, пошел спать, потому что он весь день играл с какими-то бичами. Зуламан ходил или не ходил. Вот в Карухе он точно ходил. Чем он на фулл сапротах здесь? Фулл сапроты. Обмен войду. На сапроты. Даем. Че, ГБ не работает? Кстати, да, ну, это самое. В натуре. Да, ГБ положу. Обмен мы будем полчаса тебе кидать. Ай, блядь. Сейчас, это, не кидайте обмен. Так, ну я один дал, и не помню кому. Некромантики, по-моему. Так, сколько надо положить, я хуй знает. Ну, человек... 15 точно на сапроты будут пить. Кто там уверен? Кто-то вар, какой-нибудь ДК, там, кто хорошо живет. Так вот, берите сапроты. Сейчас повысим. Ретрики, вары. А еще не ложится сразу. Какая-то задержка, что ли, на банк поставлена? Я не могу понять. Вот я ложу, она не ложится, тварь. Сука. Кто это сделал? Это что-то админы наделали там с гильдбанка. Вот я ложу, и оно не ложится. Да куда ты кидаешь там? В это, в банке, в третьей ячейке. Они же все для людей делают. Ой, бля. Сука. Как пирожки, смотри, блядь. Появилось, исчезло, появилось, исчезло. Появилось, исчезло, не исчезло. О. Сколько там еще человек на сапроты? Вот один последний остался. В третьей ячейке все взяли? Что, забрать обратно? Забрал. Так, рыба стояла, я поел. Я не взял сапроты. Че, не взял сапроты? Да. Ну кинь обмен. Столик поставьте. Блять, а мы в 6 хилов добили эту хуйню. Да сейчас в 5 захилим. Ну смотрите. Ты МТшишь, Войд? Да. Это, если что, в принципе так-то да, можно и в 5 захилить. Если что, вот я по пати раскидаю друида. Так, сюда, водикона сюда. Этого сюда. Так, еще. Вы уверены, просто на той неделе я всегда, ну, почти весь бой под этой освобожденкой был. Там ну, у РДДшников нормально. Успел. Хотя сейчас не так много. Если что, Вадикон, Равист, Злобный, в режим подхиливания по критерствам природы переходим. И спокойствие во всех пяти пати есть. Это в конце, если будет хуёво, просадка будет, смотрите, давайте эту хуйню, весь сейв. Плюс рарник, Авелания, играем флешкой по рейду, если рейд просаживается. Ну, гимна на хп всего 2, так что помогаем хилам. Геншин. Все, поехали. Сейчас будет этот лед. После ребута вроде как это захиливать, готовьтесь. Он захиливать и летит лед. Ваши души! Трепещите!
Авелания, выключи неистовство. Окей, это она куской врубил. Ну чё, вы захилить мага не можете или чё? Нахуя ты включал в танковскую, блядь? Или ты Омуна нет у тебя? Омун скачай в следующий раз. Значит, травист, треснешь ПС, а злобный тролл Д. Это же последнее. Угу. Стравис, ностальгия, ностальгия уже просто. Разберемся. Водикон, ностальгия, ностальгия, Седжу. Тролл-Д кому говорил? Злобный. Так он за боссом валяется. Так беги туда. Ну, уже добежал. А, ну все. Фулл баф. Фридом. Внимательнее смотрим, чё вы вдвоём? Чё, это так сложно понять? Одну звезду, одну в кружок, две слева, две справа. Чё, это пиздец? Смотрите на людей, кто рядом с синими метками над головой. Пробить глыбу. СС есть демоны, локи? СС один на шекторе, один на синтеке. Ага. Кто там у меня на замене? Хулидрин, кто еще? Хэлло. Холи Дринк, он же сказал, он на час. Хэллоу, еще там кто-то был. Батнега был пока еще. А, ну танк. Танк не надо пока. Беги, малышка, беги! С первого трая Синдру, потом я зайду Лича ёбнем, я со спокойной душой пойду на работу. Ты типа, у тебя план такой, да, на вечер? Ну да. А как бы поработать надо. Но это второстепенное. Аккуратно метку не убейте. Все, ну не бейте. 40, 30, 20. Сейчас все пизда. Ой, блядь, не пизда. Синтек, рез, я мага. Началась фаза. Первую звезду и сразу разбить. Освобожен. Алис.
Что, у всех его освобожденка? Это какой-то баг нахуй или что? Освобожденка еще не закончилась его по одних и накинула уже другим. Тихо. За каждой меткой скидываем, не забываем. Глашу хилим, поменялись танки. Ждем притяжку. Вперед, неси к этой же глыбе. Сложенка. Притяжка. Отбегай, кто там кого разбили. Иду менять. Разбейте метку быстро эту. Следующую туда же и сразу разбить. Следующую туда же и сразу разбить. Пару доток навешали. Милики ушли, там челик метку ставит. Милики, сука, прям через него бегут, смотри, похую. Не дай бог заморозитесь, мы же ДПС потеряем. Сразу разбиваем. Захиливаем рейд на фул. Смотрите, на скольких хилах освобожденка. Звезду. Чуть комбос сдвинул. Так, разбивайте, на следующую будет притяжка. Разбивайте, на следующую туда же будет притяжка. Сейчас какой-то сейф дай, дай незыбку какую-то. Вот. Ждем притяжка, стоим. Блять, треугольник. Угу. Разбивайте, призан, ставь звезду, милики ушли. Так, танки меняются. Блядь, чё мы двигаем ее с тобой? Следующую звезду и сразу разбить. Так, дал мне зыбку на рейд. Высадим на хп. Да ёбаный, как так? Чё, его поднять на фул нельзя? А, там все сдохли, да? На это стопайте дамаг, там не это, не обморжение, ничего не так. Следующую звезду постарайтесь захилить. Генша там на хп сдавай. Надо. Ну, спокойствие, все друиды сдавайте. Когда? Вот метку поставили. Скидывай, меняй. Разбивайте метку, чего вы стоите? Разбивайте. Следующую туда ставим, будет притяжка. Быстрее, быстрее эту разбить, следующую ставим, будет притяжка. Бидон вперед. Массакру что-то, что есть на рейд даем. После этого еще пару меток и посмотрим. До берсы еще минута. Притяжка, смотрим. Этот, нет, нет, пока не Геру, рано еще. Разбивайте. Следующую звезду и сразу разбить. Это что такое, спина? Это баг какой-то. Ну ладно, падаем. Дыхание опять боком, да? Да. Падаем. Ой, боковое дыхание. Я резну, не вставайте. Возможно, нужен шестой хил. Он нужен. Я не знаю, почему ты там это сказал, что не нужен. Здесь да, нужен. Ну, не, ну я же не знал, что каждый это будет. Желательно массушный хил. Хила, заходи. Каждая освобожденка, блять, на меня и на тебя. Да, я же тебе говорил. Вот предыдущий да. раз, в тот раз на той неделе, я считаю, вот весь бой практически стоял в ней. Заходишь, Хила? На третьей фазе тоже. Я на месте. Ага. Надо похилить. Я на третьей фазе вообще не вышел нахуй из освобожденки. Я начинаю 2к делаю, у меня снова кидают. Я так и понял, на трех хилах походу была освобожденка. Это ну, Мелания, да. Иди почили Долора, не дайте ему портал. Его вообще вчера в рейде не было, что-то взяли его на синдру. Он 5000 дает ДПСа. Ну меньше всех. Что на самом он забагался? Ну, сейчас. На, бывает такое. Ну, потому что не вышел, наверное, еще. А, возможно. Скажите, как выйдет. Ты вышел, вышел. Или. Долоран. Да, 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 все.
Ратник, злобный, вставай. Так, я тебя... Кого там с хилов можно выкинуть? Геншина, ну, синтека или... поменяй. Синтека. Вот у вас три шамана, если что-то темы есть там. Так что ману прям не экономите в конце, если что-то темы замки. Злобный, блядь, ты где? Блядь, что-то ебун, пизда, нахуй. Сейчас кофту одену. Секунду, пока он там встает. Ну. Ну чё там, блядь? Это, давайте завязать вот эту хуйню, этот. А чего сдохли-то, блядь, с пула? Это, во-первых, Авелания, бич. Этот не сменил, блядь. Tell me when, поставь и значок сделай там. Неистовство это, как называется, блядь? Правильно, неистовство. Да, и поставь его, блядь. Если он горит у тебя на экране, чтобы ты видел. Он не горел у меня. В середине экрана, блядь. В середине экрана, да, чтобы было видно. А то, блядь, на карту туда. У меня не было, блядь, неистовства. Блять, я тебя в таргет выбирал, у тебя было неистовство, не рассказывай. Ну охуеть. Ну охуеть. Потом ты его, вот, видать, убрал. Открываем Авелания. Смотрим, ну, правильное номер. Неистовство. 8 минут 54 секунды. Я могу даже сказать. Ну, значит, случайно кликнул. Да, было, пока было. Пока бафл. Было. Так, рыба. Да и ДПС маленький, еще тебе рано на синдром. Надо тебе в обычках чилить еще. Да я в клубе стоял полминуты или минуту. Ну, когда все боссы били. Ну так а до этого чё? И всем было пофиг. Ну я дал как все плюс-минус. Да не, там да. Меньше всех, вон 5000 всего ДПС. Урона лям 800. 600 по склепам, лям по синдре. Ну, сильно мало. Ну там у Тролде 17, 2 ляма по синдре почти. Хоть получше. Ну ничего, надо по. Я мертвый валялся. А, ШМ сделать, и тогда будешь уже нормально давать. Надо для начала колбу после. Все готовые пошли. Колбу там, я не знаю, хуй знает. Все обычки. Колбу, чарки с ТТГ. Ну так чарки есть, колбы нет, она не падает. Да ничего, пойдет, всему а колба не главное. Ой, жаба тупая опять кинула, ну. Опять тоже кинула. Давай, бля. Притяжка, скоро смотрим. Беги, малышка, беги! Присоси так же раздадите, как раздавали. Одну звезду, одну в кружок, две лево, две право. Я понял, нахуй. Проблема, да, с математикой? Сталка есть? После четвертой глыбы встанешь, все захилишь. Сейчас еще одна. Вставайся, захиливаем. Водикон рвист ему и нарыдайте. Бесит прям. Это три шамана, смотрите в конце, когда будет последняя фаза. Не стремайтесь волну тыкать. Волну в танках, когда мы меняемся. Чтоб по пол ХП у нас не было. Беги, малышка, беги! Так, рави стресса бидона. Вставай, захиливаем. Ставь тотем, рависты ему два иннер. Фридом.
метки. Вы так далеко туда, блядь, ко льду не убегайте, чтобы, блядь, успели разнести. Ну. Внимательно смотрим, где падает эта хуйня. Третья вроде. И последняя. Достань и бейте. Тяжко скоро, готовимся. 4, 3, 2, 1. Беги, малышка, беги! Блять, пятый раз уже кинул оно. А ты попробуй, когда перед этой освобожденкой не кастить. Пробовал. Это просто рандом тупой. 1% тупо. Не додавили. ДПС у кого-то слабый. Ой, что-то мало. Ну, ладно. Справа. -4, -5. Хорош, пацан. Ну кто это вот сделали там был нахуй в принципе? Так. Значит, синтек резвый Шектора. Мне камень не надо, не надо. Синтек резвый. Остальжи задохнулся. Ну так а хули? Почти задохнулся. Синтек резвый злобного, злобный мифика. Вадикон. У меня еще есть. Эйо. Вадикон Эйо. Злобный мифика. Быстрее все это делаем. А почему глыба не в звезде? Бичи, блять. Следующую звезду будет притяжка. Синтека резать нет, Войт. Да, да, конечно. Да, резать. Притяжка сейчас будет, не бейте. Зыбка есть. Беги, малышка, беги. Ману залейте. Но... Готовьтесь разбить. Ставьте тотемы все на ману. Разбивайте следующую звезду. Давай этот ПС гимн ману. Так, сейчас скину еще стак. Все, дамажим нормально, убьем. Нормально. Звезду ставим. Сразу разбиваем. Главное не забывайте стоять за глыбой, иначе вас убьет. Следующую звезду. И тоже разбиваем. Великий, не заморозьтесь. Так, один БР у нас у настоль... А, все уже нет БРов. Ладно. Да, я по синтеку дал. Все, играем. Следующую звезду будет притяжка. Готовимся, будет притяжка. Собоженко. Сейчас все скидывайте за глыбы. Сразу разбивайте. Следующую звезду. И сразу разбить. Сразу разбить. Ой, бомжи. Две быстро разбиваем. Зергаем и Вилашу хилим. Не зыбку дай на рейд. Если есть. Ага, нормально. Все нормально. Эту разбиваем. Следующую звезду и сразу разбить. Так, иду менять. Сразу разбить. Главное, не спешите никуда.
Сразу разбиваем. Хорошенько хилим. Следующую тоже звезду и сразу разбить. Там уже после притяжки будем добивать. Следующую звезду. Так, на тебе, иди. Не зыбку дал. Сразу разбиваем его. И следующую будем ставить, будет притяжка. И после нее уже будем добивать. Значит, иди меняй. Следующую звезду. Так. Блять, мне кажется, я все глыбы смог собрать здесь. Вот это забери, Вилаша, прием. Ты где там? Ты стаунти босса-то. Я пошел скидывать. Захильте Вилашу на фул. Теперь Геру даем. Все в сторону. И фул ДПС по боссу. Все в сторону, давай кину в сторону. Все, я скинул, иду заберу, у тебя еще постою. Все, Войда хилим до конца уже. Вам убили. Кю, опять талисман. Далик. Вау. Сколок. Так. Блядь, не упала. Ну, пароли. А кому Талик сейчас идет? Это вообще кому три не идет, тупо. Дестрик. Блин, нормально. Да, сове заебись она будет, наверное. Сова, Дестрик, Элем. И магом, да, тоже? Ну, я думаю, да. Магом Файером, скорее всего, я так думаю. Ой, блядь, ГЦ с первой печати. Чё там надо? ДСы, да? Чё там надо? 3DS-а. 3DS. Пустота и шарики. Слетай, пока мы идём. А давай у тебя осколок лежит. Какие пустота, пожалуйста, и шарики? Вот чё там? Нет, вроде 3DS, а потом извечная пустота. Там на ней написано, там просто 3DS. Да, это, блин, для полиролик. Да. Я фас бил, блядь. Да не, призом вот это написал, я думал. Так. И чё, блядь? Чё, не стаж, же 6 хилов? Да. Ладно, похуй. Ой, кто-то Олег забрал. Эй. ГЦ. Какой вопрос? Несгораемая ГП 250. Оно в заметках не указывается, а в аду не указывается. Здесь Интег, Геншин. Да, у меня 17 минут. 17? Идите, да. Это... ребута ждем, идите все на перекур. Полчаса примерно. А чем, мы не успеем один раз? Нет, надо в аптеку срочно сходить. Ребенок заболел. Окей. Исправляется. Если отложат, то... Ну, минут 15 я приду. Если отложат, то тогда потравим.